Вячеслав Черных, Токрос Сафари и Виктория Фолс, Зимбабве. Просевшись под этим замечательным баобабчиком, наступающим вечером уже, я хотел бы познакомить вас с новым интересным продуктом, который сам хочу попробовать. Это такие обещающие отгонять москитиков браслеты. Выглядят они вот так, вот, купленные Винхуки за 49,90 наибийских долларов, сколько же рэнд получается. Это две, похожие на презервативы, упаковочки. Сейчас я их, одну из которых я одену на ногу, вторую надену, соответственно, на руку. Я не брал в этот раз никаких малярийных precautions, но не люблю малярию, поэтому попробовать эти браслетики. Чтобы не было так смешно, одену его на ногу. Вот так. А вот этот розовенький, соответственно, рыженький. Одену. Пахнет забавно. Одену на руку. Будет выглядеть вот так вот. Ну, посмотрим, что из этого получится, и дай бог, не заболею малярией, больше не хочу. Вячеслав Черных, Токрос Сафари, Зимбабве, Виктория Фолс.